Добрый день, с вами издательство «Робинс», и мы показываем вам новинки этого месяца. В октябре у нас выходит пополнение в серии «Створки для самых маленьких». Вот так выглядит эта серия. И сейчас у нас с вами Новый год и Рождество. Мои первые слова и мои первые цифры. Это серия для детей от 2 лет, поэтому здесь створки выполнены в самой простой форме. Сейчас мы с вами заглянем внутрь и посмотрим, что есть на страницах этой книги. Итак, Новый год и Рождество. Это новогодний товар, поэтому стоит обратить на него отдельное внимание, поскольку эта книга в ограниченном количестве, вполне возможно, что ее скоро не будет. Створочки очень интересные, и в конце вас ждет 100 новых слов, связанных с Новым годом и Рождеством. Окошечки открываются вот так. То есть это форма, когда окошки не фигурные в группе. Под створочкой вас ждет либо дополнительная картинка, либо дополнительное слово. Мои первые цифры. Тот же самый принцип. Самые простые окошки для детей от 2 лет. Здесь все связанное со счетом от 1 до 10. Очень интересные картинки для разглядывания и активити створочки. Мои первые слова. Словарик из 100 слов на самые популярные темы для детей. Все, что касается овощей, фруктов, мира вокруг. Вот такие яркие картинки и вот такие небольшие окошечки для малышей. Дальше. В серии книг со створками у нас есть еще одно дополнение. Это новая подсерия, которая называется «Волшебные окошки». Что из себя представляет? Почему «Волшебные окошки»? Эти книги для детей от 3 лет. Это новый вид створочек, когда очень крупные картинки и очень большие створки. Обратите внимание на размер картинок, на размер шрифта. Эти книги с легкостью будут служить книгами для чтения. Для детей от 3 лет, повторяюсь. Здесь в серии вышли самые хитовые темы. В данном случае я показываю вам животное. Смотрим на развороты. А также вышли створки под названием «Динозавры». Очень яркие иллюстрации и познавательный материал. Здесь собраны 100 самых интересных фактов про динозавров. «Мое тело» – очень классная энциклопедия, в которой под новым, скажем так, углом рассматривается наше тело. Очень здоровски для детей, которые помладше, преподносится скелет и все, что у нас внутри спрятано. Эта серия отличается от серии «Секреты». Как вы знаете, «Секреты человека» тоже желтая книга, которая выходит о нашем теле, но это немножечко по-другому. Это другие иллюстрации и другая информация для детей помладше. И очень интересная книга «Как все устроено». Тоже со створочками, здесь небольшое содержание. И еще что хочу отметить, в этой серии в конце всегда есть 7 вопросов на проверку знаний в каждой книге. Итак, смотрим странички. Это серия «Волшебные окошки». Также в этом месяце у нас выходят 2 новинки. Мы попробовали новый формат. Это большие активити-альбомы. Обратите внимание на размер этих альбомов. Они действительно крупные. Что мы хотели показать в этой серии? Смотрите, есть большая твердая картонная подложка, который заменяет вам твердую поверхность. То есть, в принципе, для работы с вот этими альбомами не нужен стол, не нужен пол. Это можно легко положить на колени, как планшет, и играть с этой книгой. Что внутри? Давайте сейчас полистаем. Можно так с легкостью отогнуть. Здесь как раз клеенный вот такой переплет. Очень удобно отрывные листы. То есть вы легко можете так оторвать лист и взять всего лишь один листик с собой в дорогу. Вот такие головоломки на каждой страничке от 7 до 15 игр. То есть в общей сложности во всем альбоме вас ждут более 500 головоломок на самые разные возраста. Можно полистать. Здесь и лабиринты. Собраны все самые популярные активити для детей. Смотрите, этот набор, вот точнее набор, вот этот активити альбом для детей от 4 лет. А второй альбом, занимательная таблица умножения, вот этот альбом рассчитан на детей от 7 лет, для тех, кто начинает учить таблицу умножения. Он поможет. Эти альбомы очень хорошо дополняют книги со створками. В данном случае этот альбом отлично работает в комплекте с занимательной таблицей умножения со створочками. Тоже вот такие странички с заданиями.
отрывные листы, большой формат, твердая подложка и прекрасные иллюстрации. То есть это очень увлекательные, интересные игры-головоломки. Будет интересно даже взрослому человеку. И последняя новиночка в этом месяце – это Activity, книга «Знакомимся с профессиями». Что это такое? Это настоящее увлекательное путешествие в мир профессий, развивающее игровое пособие для детей от 3 лет с активными заданиями, веселыми стихами и яркими наклейками. 30 самых популярных профессий, которые помогут ребенку определиться, кем же они хотят быть в этой жизни. Что здесь есть? Вот, например, пожалуйста, банкир, певица. Интересный выбор у меня профессии, конечно. Полицейский. Секретарь. Обратите внимание на то, как строятся сами развороты. С одной стороны, у вас идет страничная иллюстрация, крупная для разглядывания, в которой много всяких мелких деталей, которые помогут ребенку понять, из чего же состоит эта профессия. А эта сторона, она Activity. Здесь у вас расположен словарик. Кстати говоря, словарик очень полезная вещь, которая помогает набрать лексикон, который имеет отношение к этой профессии. А в конце книги вас ждут наклейки, которыми вы должны дополнить все страницы в этой книге. Итак, с вами издательство «Робинс». В этом месяце вас ждут именно такие новинки.